Здорово, щеглы! Мы с вами едем на реконструкцию. А чего не хватает на реконструкции? Правильно, дров. И здесь, в заповедном лесу Новгородской области, можно встретить вот таких людей, которые продают реконструкторам дрова. Почем дровишки, папаша? Обычно нанимает глухонемых. Так, пожалуй. Рядом ходит другой, типа без палева, который ни при чем. Уроды, блин. Здорово, щеглы! Мы с вами находимся на военно-исторического фестивале. Вот там вдали три недалеких человека катят огромный тюк сена. Они его испачкали там в какашках, наверное, изваляли уже, да? Катите давайте. Мы сами какашки. Здорово, щеглы! За мной катит огромный тюк сена. Здорово, щеглы! Мы с вами на военно-историческом мероприятии. Здесь очень много странно одетых людей. Скажите, зачем вы так одеваетесь? С ума сошел? Понятно. А вы чем намереваетесь заняться в ближайшие 2-3 часа? Крошить фашистского гадина. Вот этим? Вот этим? Вот этим. Вы фапаете на пулеметы? Большие столы, мое признание. Здравствуйте. Скажите, чем вы занимаетесь?